Все, всем привет! С вами снова Макс Степанов. Я хочу с вами поделиться сегодня одной интересной особенностью во время боя с тенью. Все вы делаете, конечно, бой с тенью. И нужно помнить об одном маленьком нюансике, конкретно о том, чем мы наносим удар. Наносим удар этими костяшечками, да? И во время боя с тенью мы должны постоянно контролировать то место, которым вы бьете. Вот этими костяшечками, да? Как можно контролировать? Я взял вот очки, видите, неспроста. Вот так вот их зажал. И вот оно направление, да? То есть я стараюсь как будто бы проткнуть, нанести удар, как будто вот я протыкаю снизу, сбоку, такие ударчики. Ну или, допустим, вы находитесь где-нибудь в лесу, как я. И вот такие вот штучки берете, видите? Сейчас. И пошли вот втыкать. Вот он удар. Воткнули сбоку. Снизу, прямо. А здесь очечки. Так. Это у вас будет ощущение, как будто вы именно втыкаете костяшки туда. Кулак кручиваете. Так надо будет монтировать. Все, ставьте лайки. Чао-чао. Мы продолжаем на ютубе уроки от Макса Степанова в лесу.